Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Свой первый гол Хасан Ахметов забил в 6 лет, играя во дворе в футбол. Через 6 лет он победил в районных соревнованиях и играет в финале самарского турнира «Кожаный мяч». Юный спортсмен командой доволен. Мы заняли первое место, пацаны вообще отлично сыграли. Я получил бомбардир, забил 15 голов. Там тренер хорошо командовал, Василий Вячеславович. Заняли первое место. Победа от сборной команды 92-й школы не ожидал никто. Ни игроки, ни тренер. Тем неожиданнее она была. Победа принесла путевку в городской этап турнира. Впереди, если повезет, финал Самарской области и всероссийское дерби. Мы выиграли районный этап по Октябрьскому району в средней группе. Достаточно неожиданно мы выиграли первенство района. Ну, молодцы ребят, старались, бились. И очень хотим достойно выступить на городских соревнованиях. Уже более полувека клуб «Кожаный мяч» объединяет на футбольном газоне детей и взрослых. 27 команд в трех возрастных категориях будут бороться за возможность представить город на высшем уровне. Ребята хотят играть, ребята выходят на футбольное поле с горящими глазами, ну и бьются, скажем так, бескомпромиссно. Потому что каждый понимает, что перед ним стоит определенная задача, ну и все хотят играть на более высоком уровне. Традиционно перед городским финалом прошел и матч между любителями футбола администрации Самары и представителями СМИ. Победили журналисты 2-0. В прошлом году с таким же счетом матч закончился в пользу чиновников. А кто станет чемпионом Самары в турнире «Кожаный мяч» в этом году, определит субботний финал. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.